Привет, Олеся! Привет, Карина! По-летнему теплая и солнечная погода привела нас сегодня на Лазутинку отдыхать и заниматься спортом. С самокатом я, конечно, подружилась, а вот на ролики вставать не буду, даже рисковать не стоит. Хорошо, что для таких, как я, в парке Лазутинка есть йога, зумба и скандинавская ходьба. А ты уже определилась с выбором? А я рисковать готова. Попробую себя и на пробежке, и на роликах, а на десерт приберегу растяжку. Ну что ж, и отлично, посмотрим, кто из нас справится лучше. Вот мы со своими планами на выходные и определились. А куда отправиться вам? Сейчас расскажем. Ну что, начнем наш девичий дуэт? Стартуем! Поехали! Концерты, мастер-классы, шоу и розыгрыши. Вот так в эту субботу парк Раздолье будет отмечать свой день рождения. На первый юбилей приглашает всех. Вход свободный, но обязательно с улыбкой и хорошим настроением. Хорошее настроение пригодится и в Звенигороде, культурно обогатиться и полистать рассказы известного классика можно на Чеховском дне. Теперь обращаюсь ко всем дамам с собачками. Специально для вас на празднике конкурс дефиле. Карин, вот это мы, конечно, с тобой накатались и находились. Очень продуктивно провели время. Ничего мне не говори, Олесь. После такой прогулки нужен дополнительный выходной. И, честно говоря, спина немного побаливает. А вот, кстати, ты знала, что хорошая спина и здоровая осанка – это залог крепкого здоровья? Конечно, знала. Правда, не часто этим пользуюсь. А, между прочим, у 75% людей проблемы с позвоночником. Парк Малевича приглашает вас в субботу в 10 утра на занятие «Здоровая спина», а следом на тренировку по работе с тревожностью. Ну, это для взрослых, а для детей в парке Героев 1812 года будет работать клуб юных натуралистов. Всех любителей природы ждут в 17:30. Насыщенно и интересно проходит лето в Подмосковье. Эти выходные исключением не будут. Приходите в парки с семьями или с друзьями, ловите лучи летнего жаркого солнца. Ну а мы продолжим узнавать дальше, что будет ждать вас интересного. С вами была Олеся Лукина и Карина Еряшева. До встречи на ОТВ и в парках Подмосковья.